придет человек к тебе в гости, если ты его не радуешь, он уходит через 5 секунд. Такие скульптор, художник, он должен всегда быть добродушным. В случае я и художник, и скульптор. У меня две вещи вместе. То есть я, когда пишу, вот, одновременно я и скульптор. От папы остался. Вот. То есть это у меня с детства было, делать скульптуру. Пришла еще год назад. Полгода надо было медитировать, чтобы дойти до этого. Посмотреть, как, что, где. Выбрать персонаж, нормальный персонаж, чтобы жителям было приятно смотреть. Ну,
Ну, в любом случае, я думаю, что я правильный выбор сделал, очень правильный. Персонаж с моих картин. Если мы посмотрим, когда появились первые фотоаппараты в Одессе, то персонаж именно старый одесский фотограф. Усатый, красивый мужчина. Просто сидит и фотографирует, кто заезжает, кто уезжает. Пускай все совиньонцы знают, что есть красивый фотограф одесский, который всех замечает, с улыбкой замечает.
Денис мне очень много помог. Молодец. Нормальный, хороший скульптор. Вот. Он много мне помог. В любом случае, это мы вдвоем делали. Не один. А там даже написано «Денис Иовик». Вот. Ну, я, конечно, больше я художник, чем скульптор. В любом случае, я думаю, что я не хуже скульптор, чем художник. У меня есть хорошие планы, хорошие моменты вообще в Совиньоне делать много всего. Совиньонцы очень умные люди, очень нормальные люди. Они примут в любом случае. Они поймут и примут, и этот подарок будет навеки. Вот, это будет супер подарок. И, наконец-то, будет торжественное открытие, и все совиньонцы, наши родные люди, земляки, они будут ходить и радоваться, и смотреть, и сфотографироваться, и вообще вот ходить рядом, и наслаждаться. Прекрасно. Прекрасно. Олег Заграбян не только картины создавал и создает, а он умеет делать скульптуры вместе со своим помощником. И правильно и хорошо, что в нашем Совиньоне сделана первая скульптура, которую будут видеть все въезжающие и выезжающие. В Совиньоне появилась еще одна прекрасная визитная карточка. И огромное спасибо и благодарность Овеку. Действительно, и пусть это жителям и гостям жителя напоминает, особенно жительским, что не так, что у нас еще плохо, все будет хорошо. Спасибо, спасибо Денису. А Совиньоном еще будет процветать. И мне кажется, что фотограф олицетворяет частичку застывшего времени. Когда мы смотрим на него, мы видим, что фотограф улыбается. У нас сразу поднимается настроение, а фотограф запечатлевает наше прекрасное настроение в нашей Вселенной. Эту скульптуру я вообще хочу, вот, чтобы она была в день Совиньона, рождения Совиньона, 12 сентября. Приурочит к этому вот, дню. Там. Но в любом случае, я думаю, что этот день – это святой, хороший, классный день, когда вот образовался Совиньон, и столько прекрасных людей живут так. Вот живут и общаются, и вообще дружат. Я думаю, что все будут довольными. Все. Начиная с ребенка до старика.